Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня я покажу вам немножко хорошего настроения, которое передаем мы из Сибири. Вот смотрите, как ребятишки катаются на горке. Да, Сипашка у меня тут гуляет вместе со всеми. Вот такая елочка у нас тут нарядная. Игрушки мы делали на эту елочку снеговичков. Вот. Народ собрался, у нас тепло в этом году, погода нас вообще балует. У нас сегодня минус 5 градусов. Для нас это очень-очень отличная погодка. Правда, снег идет уже третий день подряд. Вот ребятишки скатываются с горочки. А там у нас, давай, Новым годом, хорошее настроение. Вот такая красавица у нас на центральной площади. Высокая-высокая. Как только потемнеет, она зажжется разными огоньками красивыми. Все игрушки были сделаны руками ребятишек на этой городской елке. Из детских садов, из школ близлежащих. Вот такие девчонки-снеговички подготовились для выступления. Дождемся, наверное, их выступления. А потом пойдем домой. О, Баба-Яга пришла к нам. О, какая красивая Баба-Яга. С каким носиком. И какая-то мышка, еще наружка. Да, Степаша? Смотри. Ключик у нее. Наверное, от всех, всех-всех кладовых мира. Смотри, какая мышка. Смотри, какая мышка. Ох, какая мышка, поздоровайся. Боишься мышки? О, глазки какие горят огоньком. Да, Степаша? Собачка есть. Мишка есть. Хрюшка есть. Вот такие местные артисты приехали нас поздравить с наступающим Новым годом. Ну вот, немножко настроения вам передали. Желаем всего самого наилучшего в наступающем году. И до встречи на канале Мой Сад. Thank you.